что, ребята, едем в горы? Нет, через 600 метров. Как настроение? Горное или городское пока? Горное уже. Отлично. Ну как тебе тут? Уже начинает нравиться? Оно мне сразу нравится, оно мне нравилось еще до того, как я здесь оказалась. Кумыстау, родник. Вот как жалял таблички. Да. Местные называют КЖ. Я сначала не понял, а потом понял, да. С такой А? КЖ. Спасибо, говорю. Так, а нам сюда. Вот в эту тропиночку. 4 километра. Стало 3 брата, 6. Да. Кумбель 8. 3 брата, 6. А Кумбель это пик, да? Это выше 3 брата. Вот после осенним пойдем. 8 километров. Ладно, давайте как карта ляжет, не будем загадывать, да? Шерпа. Что такое шерпа? Кафе, что ли? Ну это кафе, скорее всего. Да. Ох, Кирилл Жанибек, Хандар улица. Это бывшая горная. Hello, people. How are you? Good? Месяц всего лишь, как стройка началась. Вот здесь? А что здесь планируется? Планируется вот так, творческий вариант. Что люди попросят? Самовар. Казан. Плов. Чай хотят. Чай, пожалуйста. Аренда палатки. Могут здесь даже ночевать вот прямо на площадке. Ага. Аренда велосипедов, снаряжение, палки и всего подобного. Блин, ну хорошо, молодцы. И все остальное. Молодцы. Так велосипеды, что хотите. Полностью все. Ну, можете отсюда, например, там стоянки есть, где в городе там. Внизу можно, да, на 3 точках оставить. Ну, прикольно. Ну, в основном пока это, чай пьют, да, напитки покупают, а мы рабочие. Ну, начало положено, скажем так. Точно. Ну, классно. Арбуз не хотите? Не, благодарю, от души. Заряд холодный. Будете спускаться, приходите, чай попить. Зарядки садитесь, а там заряжайте. Бесплатно, кстати. А, вот это вот, да, вещь? Прям садитесь и заряжайте. Блин, ну вообще молодцы парни. Удачи вам и процветания в вашем деле. Да, хорошего подъема. Да, спасибо большое. Все. Количество подъемов было наравне с количеством спусков. Да, согласен, верно. Все, обратно увидимся. Хорошо, забегай. Выпей чай и отдохни. А вот ступеньки, да, которые ты говорил. Не, ну ребята потрудились, молодцы, сделать такую лесенку. Считай, оттуда, снизу,
и вверх на гору, еще она не заканчивается. Еще идти, идти по ней. Красотища. Ну как-то? Тяжело, но терпимо. Ну это самое главное. Ну еще чуть-чуть осталось. Ага. Мы уже почти пришли. Да. А вы только к жилам? Да, хотим еще... Трех брата? Три брата хотим посмотреть. Если силы останутся, там еще этот пик, Кумбель. Кумбель же раньше будет, по-моему. А там на табличках написано было, что Кокжаляу 6 км, ага. А Кумбель 8 снизу. Ага, а три брата? Три... А, извиняюсь. Кокжаляу 4 км, три брата 6 км. А Кумбель 8 километров. Вот так вот было. Может тогда я ошибаюсь. Смотря как пройти. Не ошибаюсь. Ну может быть, я сам там на трех братьев не доходил. Кумбель точно не доходил. Кокжаляу был один раз. На Кумбель я был лет 15 назад. Я был моложе, красивее. Понятельнее. Быстрее, да? Быстрее. У меня энергия шла через край. Теперь я загруженный. Как хорошо, что еще свежо. Вот мы и поднялись. Да. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Всего лишь 500 метров прошли. Да? Да. Ой, какая красотища открывается. Ребята, посмотрите. Да. Только посмотрите. Смотрите, тени от облаков. Видите? Да, да. Да. Круто, да? Ой, вообще. Вообще обалденно. 2,8. Угу. Это еще? Да не бойся, я тебя не трону. Попозируй мне, пожалуйста. Вот это красотища. Просто потрясающе. Смотровая площадка. Можно присесть, немножко отдохнуть. Да, ох, кайф, да? Материалы, да? Ну. Здрасте. Добрый. Пёсель. Здрасте.
не сильно красная, но сладкая. Обалдеть. Так удивительно, что она такая сладкая. Она очень сладкая. Сердце щемить начинает, когда я вот так стою и бездействую. Да, ее все поедают, поедают. Она все заканчивается. Она заканчивается, да. С виду на нее смотришь, она розовая такая слегка. Кажется, как бы и не сладкая должна быть, да? А срываешь, ешь, просто бомба. Мне кажется, знаете, в чем делаем сейчас, скажем, в чем? Зачем? Я сейчас это сорвала такую потемнее. О. Смотрелась. Она была покислее. То есть вот, которая прям перезревает, она, мне кажется, начинает кислить, ага. А ты нам как раз спелую-спелую нарвал. Поэтому она была, да? Такая сладкая, да. Может быть. У тебя как? Дай-ка я выше еще поднимусь. Не-не-не. Частная собственность. А у меня малина в лесу в этом году пролетела. А я здесь, а она там. Да, она не созрела. Кого не созрела, она уже отходит. К нашему отъезду. А, ну да, да, да. То есть мы приедем, ее уже не будет. Да, мы... Грибы будут. Да, вот грибы только будут. Грибы начнутся. В основном у нас мороженое, и опята я только мариную. Остальные маринованные мне невкусно получаются. Может быть, кто-то умеет делать. Но я только опята. Ну, ты мой опенок. На горе сидит опенок. Ну, наверное, здесь вообще... А маки, тюльпаны здесь растут? Да. Красиво. Здрасте. 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 Мы с вами пополам поднялись. Да, как жалел. Перекусили, думаю, ну все. А ты была там? На трех? Нет. Не была? Ни разу. Ну, может быть, сегодня получится, не знаю. Давайте сегодня сделаем этот... А я знаю, мы сделаем. Знаете почему? Почему? Потому что я с вами. Талисман. Да. Талисман я ваш. Сделочный. Тут хочешь, не хочешь. Придется. Да. Без разговоров. Тут по-любому уже все подписались, я смотрю. Подняться на три брата. Осталось нам дойти 2 километра. Сейчас мы находимся не на высоте 2065 метров над уровнем моря. 2 километра мы прошли. И 2 осталось. Да. 4, да, до Кукжеля, да, получается? Да. Вот. А до двух братьев? До двух братьев. Да. До трех братьев 6 километров получается. 678. Да. 678. 2 километра. 7. 3 километра. 3. 3 километра. 3. Вот что вы неправильно считаете? Здесь 4,70. Нет, вот от этой точки они. Вот. Начало маршрута и пошло-пошло. Ну пошло-пошло. Разница вот эта вот. Ну тогда, если разницу эту, то 2 километра. То 2. Если до Кукжеля дойдем. Отсюда? Да, даже километр 900. Ну, в принципе, нормально, по пути как этого, даже меньше. Да. Тогда можно дойти. Блин, тут малины сколько, а? Обалдеть. Вот еще малинки нашли по дорожке. Вообще замечательная тропа. Не проголодаешься. Не проголодаешься там. И глаз радует, и желудок одновременно. Ой-ой-ой, тут все усыпано, а? Угу. Обалдеть. Я говорю, ой, вот эта ветка. Смотри. Она меня смотрит.
тут все усыпано. На меня смотрит. Обалдеть. И тут все. Вон я сколько. Только собирай. Здравствуйте. Добрый, добрый. Конечно, вообще дух мощно захватывает. Ну что, дорогие дамочки, мы пришли на Кокджаляу с вами. Ой, красотища тут какая. Смотрите, я же говорил вам, я сейчас вам такие места покажу. Вот, пожалуйста. Посмотрите налево, там водопад, батарейка. Посмотрите прямо, какие пейзажи открываются. Здрасте. Обалдеть. Ох ты, а тут даже УАЗики ездят. Ты что-то привезли? Будку какую-то? Здрасте. А, это туалет, что ли? Да? Да. Блин, ну нормально, молодцы. Акбулак, 5 километров. Казачка, ущелье Казачка, 6 километров. А что это мы 6 километров с тобой шли? Что-то как-то быстро мы их прошли. Мы в прошлый раз быстрее дошли. Ну, да, намного.
Ну что, дамочки? Спать хочется. Спать хочется. Мы хотим... Кислородом надышались. Этот, вот такой домик. Вот такой домик. А вон там еще один домик. Да, вот он свободный, да? Наверное. Надо пойти посмотреть. Пойдемте. Блин, обалдеть, да? Тут елки такие крутые. Сначала сказал, красавец. Мне сейчас нужно немножко это... отдохнуть. Да, отдохнуть, и я все снова буду восхищаться. Да пойдем сначала на это, на качельку сходим, а потом отдохнем. Почти свободная. Пойдем сходим. Попросим подвинуться, что, да? Чуть-чуть посидим, водички попьем, перекусим. Здрасте! Ребята, я сейчас вам кое-что покажу. Так незаметно. Но когда заходишь в этот лесок из елочек, там кто-то есть. Вот они, красавцы. Вон там белый конь. Ага. Ну, прикольненько. Ну ладно, отдыхайте. Не буду вас трогать. В общем, идем сейчас с Кокджаляу на три брата. О, на ту вершину. Где три скалы. Я их и называю три брата. Сколько нам идти? 2 километра? Ну что, дамы и господа, готовы? Конечно, готовы. Готовы эти 2 километра. Мы же 5 только что прошли. Да, 5 и 2, это вообще разница такая. Да. Ух ты, а там... Речка? Там речка шумит, но ее не видно. А вот и водичка, да, тут? От радости? От счастья? Да, да, да. Раз, два, три. О. Это, наверное, что-то, остатки от бывшей канатной дороги, скорее всего. Я так предполагаю. Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это. Ух ты, а тут домик какой-то. С печкой. Труба идет. Интересно, что тут за тема. Надо посмотреть. Опа. А тут все закрыто. Закрыто. Бункер чей-то. Ну, прикольно. А это что? Тут канат. Не канат, а этот трос железный, металлический. И вот еще гараж какой-то. Тоже все закрыто. Прикольно тут. Чья-то засада. Ребят, пожалуйста, тоже напишите в комментариях, кто знает, что это за железная. За железный бункерок, за железный гараж, или как его назвать. Железное сооружение. Вот тут бутылку кто-то бросил. Давайте ее поставим сюда. Все, я пошел двигаться дальше в сторону трех братьев.
спустимся. Спустимся бегом. Хоп-хоп-хоп. Кардио, тренировка. В общем, ребята, на три брата тут ведут два пути. Один вот по этой горке наверх. Продолжительность пути 1,5 километра, но сложнее идти. Мы выбрали 2,5 километра по этому ущелью. Здесь намного легче. И спросил я еще у попутчиков, так ли это или нет. Подтвердили, что да. Здесь более пологий подъем, поэтому особого труда не составит. Здрасте. Здрасте. Вы из трех братьев? Нет, Скумбели. Скумбели. А до Кумбели с трех братьев тяжелая дорога или? Нет. Вот он, красавчик. Да. Ой, красавчик летит. Да, прям парит тут прям над нами. Красавчик. Ага, вон через между этих елей пролетел. Прикольно. Ой, какой красивый. Оно трех братьев, горностая там живет. Да? А его видно? Красавец, он встречает, да, вы можете его увидеть. Немножечко осталось, ребята. Лучше целый день потерять, потом за 5 минут долететь. Главное, что? Хвост. Давай рука. Оп. Сюда иди. Ой-ой-ой. Да. Вот это красота. Твоя сбылась. Вообще такой видон шикарный. Это вид тоже очень красивый, объемный такой. Ну что, совсем чуть-чуть осталось нам. Да, это три брата. И вот, наконец-то мы пришли к трем братьям. Теперь нужно подойти поближе и поздороваться с ними. Не правда ли? Правда. Правда. Какая красотища тут. Обалдеть. Ох, что-то у меня аж чуть-чуть голова закружилась. От радости, наверное. Вот это да. Все, сейчас скоро подойду. И скажу салам алейкум, братья.
Да, почти 3000 метров над уровнем моря. Но этого стоит. Подъем. А он, кстати, там точка обзора есть. Туда сейчас пойдем, засядем, пофоткаемся. И думаю, на сегодня хватит. Пойдем уже в сторону дома. Вот. Людмила пришла. Как? Мы это сделали? Да, мы это сделали, представляешь? Там также точка обзора есть, viewpoint. Там можем посидеть сейчас, да, чуть-чуть пофоткаться. Hello, Натали! Hello. Ты это сделала? Да. Я тебя поздравляю. Ты молодец сегодня. Это правда. Ты у меня сегодня герой. Ты у меня сегодня самый настоящий герой. Все. Все, дошли. Дотронулась. Дошли. Дотронулась. Да. Вот, пойдемте на viewpoint зайдем. С третьим братом посаламкаемся. Да, я не знаю, это какой это первый, да? Вот тут, наверное, второй. Или вот это второй. Да, и вон таблички, да, на пике на самом. Знаете, как квест проходим, да? Да, найди таблички. Найди таблички? Блин, как же тут красиво, а? Вообще весь город на ладони. Обалдеть, я честно первый раз поднимаюсь вот на такую вершину. Ну, на такую высоту. Я тоже. Угу. Я думал, наши горы там в Джамбуле высокие. Ну, нифига. Алматинские горы, а точнее Заилийский Алатау, вообще высокий-высокий. Тут, наверное, думаю, около 5000 метров вон те горы. Скорее всего. Да, что-то такое. Ну, 4700 тут точно будет. Кстати, ребята, напишите, пожалуйста, самая высокая точка в Заилийском Алатау. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, это... Я не знаю, это какой брат? Второй. Второй, да? Давайте тоже с ним посаламкаемся. Скажем ему, привет, братан. Или, или салам алейкум, брат. С двумя руками. Салам алейкум, братан. Как ты тут? Жив-здоров, все нормально? Отлично. Вот пришли к тебе в гости. И погода нам сегодня вообще просто замечательная, да, улыбается. В пакетик можно. Вот так вот, люди, не бросайте мусор, пожалуйста. Зачем это делать? Нам пришлось преодолеть расстояние. Да, чтобы поднять вот этот пакетик. Чтобы забрать этот мусор. Не бросайте мусор, ребята. Живите осознанно. А это младше, наверное? Да, это скорее всего. Вот, на гору. Вот это старший брат, да? Нет, со старшим мы первый раз посаламкались. Я не знаю, вот тоже с кем-то мы посаламкались. Может, дяди? Может быть. Ребята, напишите тоже, пожалуйста, в комментариях, какой из них какой брат. Вот это вот мы предположили, что первый. Это пусть будет у нас второй. Вот между вторым и, я думаю, третьим еще маленький какой-то торчит из земли. Но тот вот будет у нас третий. Правильно я сказал или нет? А я вас фотографирую, не переживайте. Тебе не страшно. Вот и. Дай мне фотик. Да, пожалуйста, фотик. Тут надо фотографировать. Пожалуйста, пожалуйста. Салам алейкум, братишка. Как ты? Все хорошо у тебя? Никто не обижает? А, старшие братья защищают тебя. Ох ты ж. Ё-моё. У тебя же голова кружится, да? Ё-моё, ага. Есть такой эффект. Обалдеть. Так.
Обалдеть. Ну как-то. Испытала стресс, фотографируясь на самой вершине. Ну ничего страшного, все живы, здоровы. Все под контролем было. Опа! Вот он, третий брат. Салам алейкум, третий брат. Кала джордай, все хорошо? 2830 над уровнем моря. Да, да. Ну что, ребята, пришли мы на три брата. Хотел, конечно, сходить на Кумбель, вот то ущелье, не ущелье, а пик. Но не пойду уже, что-то сил нет, если честно. Темно. И темно скоро будет. Будем, скорее всего, возвращаться по темну, поэтому у меня с собой есть фонарик. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте комментировать видосик. Всем удачи, всем пока.